Всем привет, друзья! С вами Мама. Сегодня будет продолжение той прикольной серии, там, где я играю с рандомами и отжимаюсь, если мы проигрываем. Но сегодня не будем играть в футбол, сегодня пойдем в осаду. Это более еще рандомный режим. Да, с какого-нибудь Мортиса, как обычно, там тоже может быть. Вчера я играл, но благо мы встретили годного тиммейта, и этот чел тоже турнирный, там француз, по-моему. И я его знаю, но в общем месте мы покатали, несмотря на то, что нам давал в тиму Мортиса, мы все-таки затащили. Давайте сегодня попробуем скатать, но я добавил интересные условия. Если я проиграю, ребята, то буду отжиматься вместо 15 раз. Одно поражение мне будет стоить 40, ребята. 40 раз я буду отжиматься, и может быть в дальнейшем мы перейдем к более серьезной сумме. Но я на самом деле переживаю, если там поставить 60-70 отжиманий, то проиграв 4 раза, можно вообще без рук остаться. Потому что, ну, с утречка там без разминочки, без разогрева, это не особо хорошее дело. И там уже можно даже начать халявить. Потому что руки тупо не будут разгибаться. А после этого нужно будет идти еще тащить за рандомов. Давайте я... А, кстати, а почему так? Почему стоит такой скин? Я же не менял его, не? Ну вот, у меня есть крутой скинчик, пироги. Давайте попробуем, ребята, это сделать. И если у вас есть какие-то интересные предложения, пойти там в шеды или как-то еще усложнить, то можно будет тоже замутить. А сегодня скатаем 5 каточек, но я постараюсь ни одну не проиграть, чтобы не отжиматься. В любом случае, если проиграю, потеряю немного кубков, но это не так страшно, потому что я тогда стану здоровее. В общем, погнали. Сразу 5 из 6, и это не особо хорошо, потому что иногда требуется VPN, прям всегда. Потому что иногда, если так закидывает и долго подбирает, значит против тебя очень сильная тима. Но благо я смог перезагрузиться, и погнали закидывать. Так. Ну это, блин, Пока, да? А как бык умер вообще от Леона? Фиг знает, чем он вообще занимался. Но благо у меня есть нормальный тиммейт Джесси. И еще одно хорошее условие, ребята, это то, что мы будем... Ой-ой-ой. Самое главное, мне не погибать, ребята. Это самое главное. Давайте продавим их немного, чтобы самому пройти. Так, Леон вылавливал. Все, пошел урон. Но, в принципе, ребята, это победа, я думаю. Так, ай, нет. Надо было уже либо оставаться. Ладно, в принципе, нам накопить на одну ульту. И уже в этой катке отжиматься не придется. Но, чтобы было интересно, я после каждой катки буду выходить. Потому что мне он может дать хороших тиммейтов. Шамиль, что ты делаешь? Что ты залетаешь-то, ёпта? Так. И так вот. Я, правда, не знаю, хватит ли этого, но... Возможно, одну тыку... Да. Ладно, отдефаем. Я думаю, что мы под сил... А, что нам по силу отдефать. Хотя бык, блин, бык очень топовый. Давай, бык, выходи быстрее. Все, отлично. Сейчас пойду одну тыку дам. Блин, да ты задолбал. Задолбал ты накидывать. У Леона нет ульты вроде, да? Ну все, ребят. Так. А, тем более 9-2, это победа. Да даже без этого. Бык не долетает, но я спокойно закидываю свою ульту. И это победа. Окей. О, смотрите, какой состав. У них все фуловые, а у нас только я. И бык вообще 7-й левел. Но Барли тащит. В общем, погнали, сыграем еще одну каточку. Так, Пенни более грамотная. Просто так не рашит. Но у них есть Шелли. А Шелли для меня это в радость. Так, пацаны, не давайте болочки собрать. У Шелли, по-моему, аптечка, не? Не, ничего пока нету, но пока все нормально. Но Пенни это уже опасный против нас соперник, потому что поставит пушку, задолбает пипец.
Так, все, погнали. Сейчас будет плотный залет. Смотрите, закидываем. Правда, я накосячил. Надо было сначала одну тыку дать, а потом уже закидывать. Но в любом случае, это просто вынос сейфа за одну игру. Погнали, ребята. Опять вторая карточка StarPlayer. Все почему? Потому что я не хочу отжиматься. Не хочу отжиматься с ракет, а если еще три раза проиграть, то это вообще 120. Но потом ставки мы повысим, если это нужно будет сделать. И отжиматься буду прям сходу. Если мы проиграем, буду отжиматься прям сразу. Но пока две каточки мы тащим. И причем это делаем с рандомами. А рандомы не всегда хорошие. Так, Фрэнк с губкой. Это будет потно. Мы его пока зафигачим. У него, блин, хп бесконечный. Так. Прима. Блин, он захилился. Прям вот нужное количество хп ему дал. Но теперь ты не захилишь. Блин, теперь Фрэнк задолбает. У Фрэнка пипец. Только хп, я в шоке. Блин, 36. Ёб твою за ногу. Ладно, давайте не пропустим его. Потому что Фрэнк... Ой-ой-ой. Он кастовать сейчас будет. Блин, вообще, отдефать мы вообще эту хрень не можем. Надо закидывать. Надо выиграть как-то атаку. Иначе мы... Ой-ой-ой, я еще не взял, ребят. Походу, сейчас будут отжимания. Потому что Фрэнк это какая-то фигня конченая. Просто 9к хп, ребят. Давайте, давите его, давите. Хорош, спайк. И все, надо просто по КД держать. Ай, красава. На минках подрываться во время атаки. Вы, походу, хотите точно, чтобы я отжимался, да? Да ёшкин кот, вас один бор раскидывает, ребят. Вы серьезно? Ладно, пофиг, отступаем. Отступаем, зачем рашить? Кто потом будет держать, блин? Придется рашить. Не рашить, а держать мне в соло. Какие же они дурачки, я в шоке, ребят. Ну, конечно, молодцы, налетели, навалились. Но прикол в том, что понимания вообще нету. Ну, спайку зачем оставаться? Ты там много урона не нанесешь. Забей на этот сейф, погнали болты соберем, робота соберем и спокойно выиграем. Но тут играю чисто, так сказать, по инстинктам. Вот ему надо атаковать, значит, надо атаковать до конца. Но это, ребята, хотя не, чё, рано расслабляться, еще и Фрэнк с ультой. Но, в принципе, это все, да. Ребят, это очень опасно было, потому что Фрэнк с губкой, блин, мы его вообще остановить не могли. Плюс тиммейты не самые жесткие, но у Фрэнка не так много кубасов. И ладно, давайте, это третья победа, погнали дальше. Play again жать не будем, играть снова, потому что нам нужно найти веселую рандомную команду, чтобы пукан подгорал. Я уже там камеру подготовил, но... Воу, два метателя, вот это тоже не шутки. Тик задолбать может просто люто. Ну куда ты по огню бежишь, чувак? Ну все, они мне фиг дадут выйти. Но это, походу, будут первые наши отжимашки. У нас потому что... Блин, кстати, задалбливает эта хрень. А, типа накидывает тик и сверху помогает Барли. Блин, мы такого можем даже не отдефать, ребят. Два болта. Ну, короче, первый, да, ничья была. Если мы этого отдефаем, то шанс есть победить. Если нет, то все, до свидос. Надо Барли убить, пожалуйста, долети. Спасибо. А, нет, не спасибо, потому что убил я не Барли. Но Барли мы не пропустим, ребят. Фигачьте сами.
Все, отлично, отлично. Теперь надо просто додержать немножко. Какая же потная катка, ёшкин кот. Давайте на ульту накоплю и вот так вот закину её. Так, 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 держимся. Так, пушечка бьет. Все нормально, ребят, да. А, Пенни отвлекала тем временем с пушкой, а у нас уже 12. Теперь самое главное, мне не умереть, если я до этого не дал пройти Барли, то сейчас нельзя самому погибнуть. Надо прям любой ценой выжить и пройти вместе с роботом к базе. Но им труба, им останавливать вообще нечем. Нашего робота, тем более 14-го, так сказать, ответочка пошла. Да, они ставят пушку, они пытаются закрыть телом, но это вынос. Вынос, ребята, и мы забираем уже 4-ю победу. Вот что значит, не хочу отжиматься 40 раз. Это было очень потно, но даже начало было так себе, но мы все-таки смогли это сделать. Питая там, всех завалили в атаке. И задав, кстати, смотрите, как лицо все в пироге, еще красное лицо. Блин, у меня бы такое лицо было, если бы я сейчас 4 катки подряд слил бы. Но последнюю каточку посмотрим, что там. Давайте посмотрим. Так. Илья. Так, Мортис, Пайпер и Барли. А у нас... А у нас пик довольно-таки хороший. Давай, Роза, живи, сейчас помогу. Хорош. Так, у меня уж соседи начинают сверлить. В общем, надо забирать эту победу. Так, Илья тоже отлетает. Ну, ребят, это походу 5-0. Это походу 5-0, но... Блин, что сказать... 5-0 это не особо весело. Потому что все-таки хотелось поджиматься так, чисто для прикола, знаете, но это будет вынос просто со вторым роботом. Ладно, давайте. Раз я уже камеру туда поставил, но мы все-таки всех вынесли. Очень хотелось победить, всех вынесли. Давайте я просто попробую. Ну, с утра, без разминки, без там подготовки. Сейчас на расслабоне, так сказать. Давайте я просто закину сюда в конце ролик с отжиманиями, а вы попробуете подсчитать, сколько раз я отжался, и написать в комментарии. Тот, кто верно подсчитает, если я там, ну, отожмусь больше 50 раз, и я, может быть, это ускорю видео, чтобы немного не затягивать, но для этого вам будет еще сложнее подсчитать, так что давайте. В общем, погнал я отжиматься, а вы подсчитайте и напишите. Тот, кто угадает, обязательно его лайкну. В общем, всем удачи, ребята, и всем пока. Too far.